Сегодня 3 июня мы начинаем работы в рамках первого конкурса цветочной скульптуры. Этот конкурс входит в большое празднование дней белого цветка в Екатеринбурге. Праздника очень важного, очень доброго и, к счастью, традиционного. Белый цветок – это традиция благотворительности, традиция доброты, красоты, традиция солидарности. Кроме самого просто праздника и самих конструкций цветовых, у нас будет очень много активностей, которые будут посвящены тому, что обучение ландшафтных дизайнеров, работа с детишками, то есть у нас будут мультики показываться, анимация, авторская анимация, которая будет направлена, опять же, на то, чтобы семьи приходили и смотрели эти мультики. У нас будут организованы мастер-классы, которые с детишками, опять же, будут делать цветы. То есть у нас будет много таких активностей. 19 числа, пожалуйста, приглашаем всех. Подобные фестивали цветочные, они несут красоту. Мы воспитываем у людей, помимо того, что вкусом, мы воспитываем тягу к прекрасному. Люди, когда видят красоту,